виноват в Одере, он чуть ли не единственный, кто делает. Аккуратненько прыгает 360 на спайне, немножечко перелетает, барспин в язык, разворачивается в Одере, хипчик, фанбокс, очень жаль, что никто трюк сюда не ставил, потому что, конечно, судьи хотели бы это увидеть. Какой-то невероятно быстрый дабл-тейл-вип и соскальзывает Данила. Давайте похлопаем Майна, поддержим его. Хорошо, вроде никакой травмы не получил спортсмена.